пожаловать на творческий вечер заслуженного артиста России, главного хормейстера ансамбля русской песни «Распевы» Геннадия Шалунова! Творческий вечер руководителя ансамбля русской песни «Распевы» Геннадия Шалунова прошел в театрально-концертном центре «Щелковский театр» со сказочным названием «Сказ о Геннадии-певце и русских песнях». Заслуженный артист Российской Федерации 45 лет на профессиональной сцене с душой и любовью исполняет песни на радость зрителю не только Щелкова, но и всей страны. Прошел большой интересный творческий путь, известен как экс-солист ансамбля «Русская песня» под управлением народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной. Сегодня Геннадий Александрович главный хормейстер ансамбля русской песни «Распевы» театрально-концертного центра «Щелковский театр». Геннадий Александрович владеет многими музыкальными народными инструментами, такими как гармонь, баян, жалейки, колесная, лира, балалайка. По признанию самого юбиляра, одна из главных задач, как хормейстера коллектива «Распевы», это сделать этнографическую песню доступной слушателю. На сцене в этот день звучали народные песни, как в исполнении ансамбля «Распевы», так и сольные номера, исполненные самим юбиляром. Любовь к русской культуре, ее традициям, народной песне, к своему родному городу и зрителю – это то, чем живет Геннадий Шалунов. Лилия Тимиева, Сергей Василевский, «Щелковское телевидение».